Его надо заполнить. НАТО. Пугающее слово для современного россиянина. Никогда за 20-летнюю историю западный военный блок так не интересовал гражданина России, как в 2022. Оно и понятно. Через эту аббревиатуру пытаются найти объяснение текущей катастрофы. Достаточно вспомнить слова нашего президента в разный момент истории. А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. Против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? О них даже никто не помнит. Напротив, нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ. Нас раз за разом обманывали о нерасширении НАТО. Выпуск будет как раз об этом тезисе. Кто кого обманул? Какой пункт договора не выполнен? Да и между кем и кем? Кто здесь виновный, а кто пострадавший? Почему об этом важно говорить сейчас? Ну, потому что обман о нерасширении НАТО использовался в качестве одной из причин начала так называемой специальной военной операции. Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули. Одна из проблем современности в том, что информации накопилось настолько много, что постулат «тот, кто владеет информацией, владеет миром» устарел в прошлом веке. Сейчас миром владеют те, кто умеет извлекать из информации пользу. Это я о дата-сайентистах, конечно. Они на основе данных создают системы искусственного интеллекта и нейросети, которые делают наш мир проще и лучше. Голосовые помощники, генерация логотипов, беспилотные автомобили, высадка на Марс и многое другое. Спрос на дата-сайентистов растет каждый год, как и их зарплаты. В России они достигают 250 тысяч, а за рубежом все 10 тысяч долларов. В Skill Factory есть отличный курс обучения этой профессии, и подойдет он всем, вне зависимости от возраста, образования и опыта. На курсе эксперты IT-компании поделятся актуальными знаниями, а с помощью практики вы получите самое дорогое – опыт работы. Это будет большим плюсом при трудоустройстве. Преодолеть страх и сложности в освоении новой профессии поможет ментор. Он отвечает на вопросы и поддерживает на всем пути. В честь Черной пятницы действует уникальное предложение. По промокоду MyGap вы получите скидку до 60% и доступ к расширенному карьерному модулю. А если через полгода после обучения вы не получите ни одного предложения от работодателя, вам вернут деньги. Оставляйте заявку по ссылке в описании или этому QR-коду. Измените свое настоящее и будущее в Skill Factory. Прежде чем найти документ о гарантиях нерасширения НАТО на восток, нам нужно вернуться немного назад, во время окончания Второй мировой войны. Особенно это важно, если вы, как и я, на уроках истории строили глазки одноклассницы. Так вот, после крупнейшего побоища рода человеческого возникли военные альянсы, чтобы не допустить прихода второго Гитлера. Первым альянсом в 1949 году стала НАТО, или, по-русски выражаясь, Организация Североатлантического договора. И на карте это выглядело примерно так.
Затем, в 50-х годах СССР попросился в этот Западный альянс безопасности, но советом отказали. Да и еще и Западную Германию, ФРГ, включили в альянс. Ту самую ФРГ, которая буквально переходила в ГДР. После чего возникла необходимость создания своего собственного социалистического альянса с Блэкджеком и батальонами. В 1955-м появился второй альянс – Организация Варшавского договора. Так установился биполярный миропорядок на последующие 36 лет, где на Востоке сферой влияния заправляла СССР, а на Западе – Соединенные Штаты. Но НАТО постепенно разрасталось, в него вступали новые члены. И пока я говорю этот текст, вы видите, как увеличивалась их зона влияния. К 1990-му выглядело так. Всю Европу поделили, что не продохнуть, не пернуть. Ни один Гитлер не пройдет. Чуть правее все красное, чуть левее все синее. Уникальная ситуация возникала в Германии, разделенная на ФРГ и ГДР. Западная часть состояла в НАТО, а восточная — в Организации Варшавского договора, а между ними несколько метров. Ну, это географически, конечно, в реальности эти несколько метров свободно пересекать не получалось. Ну так вот, к чему вся эта история? А дело в том, что гарантии о нерасширении НАТО были даны в 1990 году в ходе исторического процесса по воссоединению Германии и возвращению статуса суверенного государства. Чтобы осветить предпосылки, ведущие к воссоединению страны, крушению Берлинской стены и описать нерадужное экономическое положение СССР и ГДР, нужно будет уделить отдельный выпуск. В теме же нашего выпуска – гарантии, которые были даны в ходе переговоров. А договаривались тогда Франция, СССР, Британия и США об условиях такого объединения. Хотя огромное место в решении вопросов занимал канцлер оккупированной ФРГ. Это к теме прошлого выпуска. Даже когда страна официально не имеет суверенитета, местные власти могут влиять на судьбу своей страны. Так вот, базарили державы-победительницы, на каких условиях Германия станет единой, кто там и когда уведет войска, что там с военными альянсами и всяк такое будущее. И теперь мы наконец можем перейти к договору о гарантиях нерасширения НАТО на восток, а точнее... Ни на один дюйм НАТО на восток. Итак, какой же документ нарушил Запад, тем самым обманув доверие России? Никакой. Нет никакого письменного заверения о нерасширении НАТО. Всем спасибо. Увидимся на следующей встрече. Ну ладно. Для задротов мы выпуск продолжим. Но предупреждаю, сейчас будет описание событий по атмосфере. Больше похоже на «Дом-2», чем на «Прение суда». Ну, потому что тут будет «Он это сказал, ты прикинь, а ты чё, а она чё, а он чё, прям так и сказал». Вопрос существования гарантий о нерасширении НАТО тянется давно. Все дело в том, что разные стороны по-разному интерпретируют события 90-х годов. Но должна же быть причина, по которой педалируется фраза «Ни на один дюйм НАТО на восток». Итак, откуда эта фраза вообще взялась? Вернемся в 1990-й, когда четыре державы-победительницы решали дальнейшую судьбу ФРГ и ГДР. Если быть точным, роковая фраза произнесена 9 февраля 1990 года в разговоре Михаила Горбачева и госсекретаря США Джеймса Бейкера. Мы это знаем из архивных документов. Звучит она так. Мы понимаем необходимость гарантий для восточных стран. Если мы сохраним присутствие в Германии, которая является частью НАТО, то силы НАТО не распространятся ни на один дюйм на восток. И для нас, и для вас, независимо от различий, нет ничего страшного в перспективе единой Германии. Но это упрощение. Прежде всего, мы оба заинтересованы в улучшении европейских условий, и мы не можем просто стоять в стороне. С какой Германией мы столкнемся в будущем? Как она может быть включена в мировые структуры?
Затем в ходе разговора еще раз упомянул, что США понимают важность гарантий о нерасширении НАТО на восток. Если мы сохраним свое присутствие в Германии, той, которая уже часть НАТО, то в будущем не будет расширения юрисдикции НАТО ни на один дюйм на восток. И был еще третий раз важный для нашей темы. Бейкер спрашивает. Что бы вы предпочли? Объединенную Германию вне НАТО и без военных США, но с обретенной независимостью? Или объединенную Германию со связями в НАТО и гарантиями о нерасширении юрисдикции НАТО на восток? То есть, либо полный суверенитет Германии, в смысле вообще полный, либо Штаты возьмут ее под свое крыло. Я бы сказал, что изложенный вами подход вполне возможен. Мы не хотим повторения Версальского договора, в ходе которого немцы имели возможность вооружиться. Лучший способ сдержать этот процесс – это обеспечить сдерживание Германии в рамках европейских структур. Ваш предложенный подход выглядит вполне реалистично. Так что давайте подумаем об этом. Но сейчас я не готов дать окончательный ответ. Вот это был просто фактаж. Такие события произошли, такие слова были сказаны. Но какой же они срач породили впоследствии? Ведь все начали интерпретировать историю по-разному. Основной аргумент позиции «не было никаких гарантий» в том, что гарантии такого рода должны быть зафиксированы письменно и детально описаны. Мол, вот такие-то страны мы стерпим в НАТО, а вот, ну, например, там Украину нет. Но такого документа не существовало. Не существовало даже юридически необязательного документа, например, какой-нибудь декларации. В ходе переговоров по объединению Германии в итоге возникла финальная версия договора «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии», который подписали две немецкие стороны и четыре державы-победительницы, другое название 2+4, в котором прямо сказано, что права держав-победительниц по управлению Германией прекращаются, у Германии появляется полный суверенитет, а тут вообще отдельно статью выделили, где сказали, что вступление Германии в военные альянсы вообще не является предметом данного договора. И вот под этим подписался Горбачев. Какие еще вопросы? Да и вообще, посмотрите на карту. Куда тут на восток расширяться? Практически везде есть прямое соприкосновение НАТО и Варшавского договора. Здесь, здесь, да и даже внутри одной страны. И речь шла в данном контексте о том, что после объединения Германии НАТО останется на территории бывшей ФРГ и не разместит свои войска в бывшей ГДР. О чем также говорится в финальном договоре, вот тут. Иностранные войска и ядерное оружие, или его носители, не будут размещаться в данной, то есть в восточной части Германии, и развертываться там, ну, имеется в виду после выхода советских войск. Договор был в первую очередь про это, про НАТО на территории ГДР. Условия суверенитета Объединенной Германии и вывод советских войск. Это есть в договоре. Никто НАТО так истерично не боялся. Ну, потому что там уже были тесные границы с Варшавским договором. Да даже если спросить Горбачева, была ли речь о расширении НАТО, то он ответит. Heute fragt man mich, warum es nicht vertraglich fixiert wurde, dass die НАТО sich nicht nach Osten ausdehnen darf. Dazu sollte man Folgendes berücksichtigen. Damals existierte die NATO und der Warschauer Pakt. Was sollte man da vertraglich fixieren? Die Frage stellte sich damals gar nicht. Das heißt, es ist ein Mythos, dass Sie vom Westen bezüglich der NATO-Osterweiterung betrogen wurden? Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Da hat die Presse, die liebe Presse, ihre Hand im Spiel gehabt. Аргументация обратной точки зрения выглядит так. Да, письменных гарантий не было. Но куча дипломатов говорили о намерении не расширять НАТО на восток. Восток — это общее понятие, которому подчиняется, ну, вообще весь Восток. Есть куча стенограмм, где представители западных стран того времени четко говорят о нерасширении НАТО. Первые три вы уже видели в этом выпуске про не дюйм на восток. Вот, вот и вот. Затем,
То, что сам вопрос о расширении НАТО витал в воздухе, подтверждают разговоры иностранных дипломатов между собой. Вот, например, вице-канцлер ФРГ министру иностранных дел Британии сказал максимально прямо и однозначно 6 февраля 90 года. У русских должны быть какие-то гарантии. Если, например, Польша выйдет из Варшавского договора в один день, то она не вступит в НАТО на следующий. А вот уже разговор федерального канцлера ФРГ с Горбачевым, который прошел на следующий день после разговора с Бейкером, там это где про Нидюм на восток. Мы считаем, что НАТО не следует расширять сферу своей деятельности. Мы должны найти разумное решение. Я правильно понимаю интересы безопасности Советского Союза. Я понимаю, что вам, господин генеральный секретарь, и советскому руководству придется четко объяснить происходящее советскому народу. А вот тут видно, как Джордж Буш пускает пыль в глаза Горбачеву как раз незадолго до подписания договора 2+4 и затирает про то, что мы построим вместе общеевропейский дом, будем определять наше будущее вместе, подпишем всякие договоры, создадим разные организации, и будет у нас счастье. Итак, мы попытались учесть ваши опасения, высказанные мне и другим, и сделали это следующим образом. В нашей совместной декларации о ненападении, в нашем приглашении вас в НАТО, в нашем соглашении открыть НАТО для регулярных дипломатических контактов с вашим правительством и правительствами стран Восточной Европы и в нашем предложении о гарантиях относительно будущего размера вооруженных сил Объединенной Германии, вопрос который, как я знаю, вы обсуждали с Гельмутом Колем. Мы также коренным образом изменили наш военный подход к обычным и ядерным силам. Мы передали идею расширенного, более сильного СБСЕ с новыми институтами, в которых СССР сможет участвовать и быть частью новой Европы. Эти и другие заявления спутали Горбачева, и в итоге он дешево сдал переговоры по объединению Германии. Вообще, к Горбачеву сторонники, я пока не готов сказать слово «империализм», ну, скажем, сторонники еще больших территорий в составе РФ предъявляют несколько претензий касательно того, что он якобы дешево сдал переговоры по объединению Германии. Во-первых, никаких письменных гарантий о нерасширении НАТО в будущем он не получил. Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать, даже фиксировать вещи часто нарушают. А он просто поговорил. И решил, что все на этом закончено. Это не так. Во-вторых, из Германии ушли только советские войска, а натовские ФРГ остались, в том числе ядерное оружие. В-третьих, за это возвращение советских войск он получил слишком мало марок. Какой позиции за или против относитесь вы, выбирайте уж сами. Все-таки зависит от того, чей материал вы читаете. Если говорить объективно, то гарантий, детальных, описанных о нерасширении НАТО, не существует. Часто используемая фраза, а уже практически мем «не дюйма на восток», была произнесена в ходе разговоров об объединении Германии и не нашла отражения в финальном договоре 2+4. И единственное, что остается российской стороне, это использовать цитаты разных политиков, трактуя смысл, что не только на ГДР, а вот вообще на весь Восток. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 90 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти гарантии? Ну и, конечно, классическое. Ни на один дюйм НАТО на восток. Кстати, единственное упоминание более-менее однозначной трактовки я нашел, опять же, на словах от вице-канцлера ФРГ Ганса Геншера вот на этом видео, где он стоит вместе с Джеймсом Бейкером. Uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen,
Но в то же время, 1 февраля 90 года, тот же Геншер заявляет, что в ходе объединения Германии мы не должны ущемить интересы безопасности Советского Союза. Следовательно, НАТО должно исключить расширение на восток, то есть ближе к границам Советского Союза. Но тут же добавляется включение этой части Германии, которая называется сейчас ГДР, в военный альянс НАТО заблокирует германо-германское сближение. То есть опять речь шла только о присутствии НАТО в ГДР. В этом архивном документе выше даже так и написано, в качестве суммирования блока. На территорию ГДР не должен зайти альянс НАТО. Ну короче. Тут еще очень долго можно копаться в том, что какой политик когда-то сказал. Но лично мне кажется логичным, что в то время СССР было больше обеспокоено потенциальной агрессией со стороны Германии в третий раз. Ну, потому что два случая уже были, которые вылились в мировые войны. А вот агрессии НАТО к СССР история не знает. Да и я напоминаю, как выглядела карта военных альянсов того времени, когда на Востоке уже был Варшавский договор. НАТО и ОВД буквально соседствовали. К тому же, если вопрос нерасширения был действительно важным, то его детально бы описали. Должны же быть какие-то критерии непозволительности. На столько-то километров не должно быть даже пехоты, а столько-то ядерки, какие-то условия исключения, какие-то штрафные санкции и так далее и тому подобное. Но это понимаю так я, блогер из Ютуба. Тут, конечно, важнее понимать, как оценивает нынешнее руководство эти события. Я напомню, что в восприятии нашего президента просто кинули. А Горбачева, по сути, называют... Обманули дурачка на 4 кулачка. Пока напрашивается два предположения. Первое. Действие президента в его же глазах воспринимается им как восстановление исторической справедливости. Второе. Во всей этой истории о вступлении в НАТО учитываются только США и Россию. А те, кто хотел или не хотел вступать, почему-то игнорируют. Хотя прошлое видео показывает, что не может не быть местных элит и их интересов. Но мы тут еще разберемся. А за возможность разбираться мы благодарим наших поддержаторов на Патреоне и спонсор. Иллюминатов нашего ложа Влада, Маверика, Хапчинска, Соника Мейхема и Алексея Батишева. А также всех верховных магистров, консулов, героев и гэпников. Вы знаете, кому отправить это видео и как создать активность в комментариях. Увидимся на следующей встрече. Damn. Yeah.